Золотая сыворотка для лица с коллагеном. Сыворотка омолаживающая, хорошо питает кожу, прекрасно ее увлажняет. В подарок к этой сыворотке идет еще и упаковочка тайского мыла с экстрактом алоэ вера. На мой взгляд, упаковка не совсем удачная. И сывороткой назвать это можно, но только потому, что называет ее так производитель. Значит, вот такая большая коробка содержит вот такую маленькую бутылочку. 50 грамм. В бутылочке вот такой дозатор, выполненный в виде пипетки. Не совсем для меня понятна функция эта. Я ее, собственно говоря, наношу прямо вот этой вот пипеткой на поверхность кожи путем намазывания. Когда сыворотки станет мало, в общем-то, как оттуда ее доставать из этой стеклянной бутылочки, тоже непонятно. Но все эти минусы, так скажем, стираются, да, благодаря качеству этого крема. Крем очень легкий, в летний период он прямо идеален. Впитывается моментально, кожа свежая. Прямо она сразу выглядит даже свежей. И сыворотка содержит микроскопические золотые частички. Я сначала не поняла даже, в чем дело, когда увидела, что у меня лицо прямо иногда поблескивает. То есть маленькие такие золотые частички. Вот. Ну, замечательная кожа после него, и ощущения тоже классные. Мыло вот это. Этот производитель, такое мыльце, ко многим кремам вкладывает в подарок. Мыльце крохотное, всего 30 грамм. Я его использую для умывания, для снятия косметики. Кожу абсолютно не стягивает. Вот. И если для лица только пользоваться им, ну, собственно говоря, на довольно продолжительное время. И вот это вот все выглядит вот таким образом в упаковочке. Пользуйтесь с удовольствием. Приятных вам покупок!